При организации питания нужно учитывать полезные и вредные свойства продуктов. Сегодня мы вам расскажем о влиянии сладкого или болгарского перца на организм человека. Этот овощ широко применяется в славянской кулинарии, поэтому он часто оказывается на нашем столе как самостоятельное блюдо, так и в качестве ингредиента различных яств. Обязательно досмотрите видео до конца, чтобы узнать о полезных свойствах сладкого перца, а также о его противопоказаниях. Общие свойства. Болгарский перец – очень сочный и яркий овощ, обладающий особым вкусом и ароматом. Благодаря яркой окраске, блюда с ним получаются не только вкусными и красивыми, но и полезными. Именно химический состав отвечает за цвет плодов. Перец содержит пищевые волокна, азотистые соединения, сахара, пектиновые вещества, эфирные масла, крахмал и другие углеводы. Это настоящая кладезь витаминов А, В, С, Е, ПП и целого ряда микроэлементов. Среди них следует отметить калий, кальций, цинк, серу, натрий, магний, фосфор, хлор, железо и прочее. Клетчатка, содержащаяся в перце, адсорбирует вредные вещества, в том числе и холестерин, и выводит их из организма. Цинк важен для работы головного мозга. Он используется для образования семенной жидкости у мужчин, поэтому прямым образом влияет на половую активность у представителей сильного пола. Болгарский перец, благодаря содержанию серотонина, полезно есть при стрессах и эмоциональных перегрузках. Для работы центральной нервной системы полезны витамины группы В и ПП, поэтому те, кто ест овощ в достаточном количестве, не страдает от бессонницы и обладает хорошей памятью. Болгарский перец полезен для беременных, потому что он поможет укрепить волосы, ногти, кости и зубы. Врачи рекомендуют употреблять овощ мужчинам, страдающим от алопеции. В нем есть компоненты, разжижающие кровь, поэтому перец оказывает профилактическое воздействие против тромбообразования, что важно для лиц с риском инсульта или легочной эмболии. В косметологии. Перец даже нашел применение в косметологии, например, можно сделать маску из перетертой мякоти, сливок и желтка. Нужно все взбить в блендере и наносить на 15 минут на кожу лица. Уже спустя неделю после начала применения таких масок можно заметить, что дерма стала свежее и бархатистее. Фреш, полученный из овоща, используют в качестве тоника. Благодаря богатому витаминному и минеральному составу, он хорошо питает и омолаживает кожу. Действие значительно усилится, если пить овощной сок или съедать по несколько свежих плодов ежедневно. А как вы используете болгарский перец? Только в пищу или находите ему и другое применение? Напишите об этом в комментариях, потому что нам и нашим зрителям это будет интересно. Польза красного сладкого перца. Красным его делает очень полезное для человека вещество – ликопин. Этот пигмент выступает в роли сильного антиоксиданта, который нивелирует деятельность свободных радикалов и других вредных веществ. Поэтому употребление перца считается профилактикой онкологических заболеваний. Овощ красного цвета богат аскорбиновой кислотой, поэтому полезен с точки зрения укрепления иммунитета. Обратите внимание, даже съев большое количество продукта, вызвать передозировку натуральным витамином С невозможно. В перце есть витамин П, который в комплексе с витамином С помогает нормализовать уровень глюкозы в крови и усиливает его антиоксидантные свойства. В красном перце есть небольшое количество алкалоида капсаицина. Чем его будет больше, тем ярче ощущается острота. Это вещество полезно для работы органов пищеварения, нормализации давления и предупреждения формирования тромбов. Алкалоид несколько разжижает кровь, что сказывается на улучшении состояния. Уменьшается головная боль, головокружение, слабость в руках и ногах. В красных сортах перца содержится значительное количество бета-каротинов, в 7 раз больше, нежели в овощах другого цвета. Они в организме превращаются в витамин А. Из одного большого перца можно получить почти миллиграмм этого полезного вещества. Особенно полезен красный перец для курящих, поскольку он способствует восстановлению клеток и защищает их от вероятности превращения в раковые элементы. Польза зеленого и желтого перца. В плодах желтого перца очень мало ликопина, что и определяет его желтый цвет. Зато много витамина С, а также железа и калия, поэтому он полезен для сердца, крови и сосудов. Благодаря улучшению циркуляции крови лучше работает головной мозг. Желтый перец также полезен для щитовидной железы. Противопоказания. Сладкий перец следует с осторожностью есть людям с высокой возбудимостью центральной нервной системы, гипертонии, а также при обострении гастрита пониженной кислотности. Не рекомендуется есть перец людям, чувствительным к капсаицину. Обратите внимание, что перец, который продается вне сезона овощей, может содержать высокие концентрации нитратов и других химических удобрений. Также важно понимать, что при термической обработке утрачивается примерно 70% полезных веществ. Не забудьте поставить лайк,
подписаться на наш канал и поделиться этим видео с друзьями в социальных сетях. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!